Приветствуем вас на канале Лапачича. Мы сейчас с Ирой будем украшать елку. Мы уже елку купили, и гирлянды будем перевешивать елку. Давай посмотрим, какие у нас есть украшения. Ага, шарики, гирлянда. Ну давай потихоньку начинать. Я тебя смотрю. О, сначала гирлянду. Начинай, наверное, с самого верха. И потихоньку ее. О, у тебя очень хорошо получается. Помочь тебе? Да. Так, мне нравится. Ну давай теперь шарики. Цепляй так, чтобы они не упали. Отлично. Не, наверное, их надо дальше одевать, Ирусь. О, вот это отлично получилось. Красивый, правда? Давай их будем вешать разного вида через один. О, кто это пришел проверить нашу елочку? Боня. А у нее уже девочка. А Боня? Это твой любимый котик? Да. У нее лапки такие розовенькие. Лапки розовенькие. Боня, ты где? Давай дальше. Балерина. Ух ты, какая красивая балерина. Ну покажи мне поближе в камеру. Ух ты. Ну давай, куда мы ее повесим? Боня уже нашла себе игрушку. Балерина, давай ее наверх повесим, что она тяжелая и стягивает ветки. Давай я помогу. Колется? Да. Елочка. А я оленем. Покажи-ка мне его. Конечно. Угу. Ух ты, какой снеговичок. Боня уже сняла эти шарики. Ну, Боня, ты же не ставишь. Что это у нее такое? Заколка. Я даже кажется, на Новый год, мам. Наряжаем елочку на Новый год. А домик тяжелый? Домик? Да, видишь? Тягивает бедную елочку. Одевай все шарики. Это обезьянка. Из танца. Тебе на танцах подарили? Алена. Алена тебе подарила? Как твой тренер? Обезьянка. Обезьянка? Боня уже себе снимает шарики. Это Боня. Давай остальные. Красиво получается, правда? Да. Есть снеговички у меня. Снеговички? Вот я вижу его место. И вот такой.
Кто это? Гномик. Какой-то гномик. Одевай его туда поглубже, ближе к... У него нет. Давай, я помогу тебе. А этот царик? Может, поставим его просто рядышком возле елочки? Нет. Кто он хочет повесить? Он хочет повеситься? Да. Хочет повисеть на елочке? Да. Непонятно. Бонни тоже нравится наряжать елочку. И у нас есть такой шарик. Вот. И вот такой шарик. Красивый, красивый шарик. Чтоб не хватало, чтобы Бонни сам шарик. Вешай его повыше, чтобы она его не сняла. Дальше, дальше, дальше одевай. Давай помогу. Ой. Не упала, Бонни. А я не упала, поняла я. Ну что, вот такая вот елочка у нас получилась.